пропуск в мир искусства для молодых. По всей стране и наш крайний исключение начала работать Пушкинская карта. Благодаря ей школьники и студенты от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать культурные мероприятия. Юным владельцам этих специальных карт каждый год от государства будет перечисляться по 5000 рублей. Карточка, в этом году придут три, так как проект заработал только во втором полугодии. Рассчитаться в магазине за продукты или за проезд в автобусе этими средствами не получится. Карта именная, ей можно оплатить только билеты на культурные мероприятия. Пока в программу вошли 15 краевых учреждений, среди них филармония, театр оперы и балета ТЮЗ. Оформить Пушкинскую карту можно через приложение в телефоне или через портал госуслуги «Культура». Молодые люди смогут, получив эту карту, попасть на спектакли не только в родном городе, где они живут, но и по всей стране. Мы все с вами когда-то были молодыми, мы были школьниками, мы были студентами и помним, как очень непросто принимать решения, те деньги, которые дали родители, на что их потратить, сэкономить, отложить на что-то. Теперь такой проблемы у молодежи, у нашей не будет. А вот что об этой идее говорят сами красноярцы. Для студентов всегда лишние деньги хорошо, особенно если можно на них культурное время провести. Чтобы посещать такие мероприятия чаще, если это бесплатно, то почему бы и нет сходить с девочкой какой-нибудь. Я люблю ходить в театр, это достаточно интересно, и все-таки культурная вот эта образованность, она должна присутствовать в жизни как и студентов, так и школьников. Это даст возможность детям лучше знать историю. Ну, великолепная идея на самом деле. Со всех сторон великолепная. Нужно оккультуриваться молодежи. Обязательно. Я, наверное, в свое время не думала об этом, честно вам хочу сказать. Но сейчас я думаю, что мой ребенок будет таким, что мы будем ходить в театры, спектакли. И если у него будет такая карта, это будет прекрасно.